Так, всем привет. Камеру поставил низко для того, чтобы потом ее не выставлять для подхода. Сегодня сниму становую тягу. Это последний подход сегодняшней тренировки у меня. Ну, он уже второй по счету именно в становой тяге. Попробую сделать больше 4 минут в той технике, которую я описывал. Да? 10 секунд вниз, 10 секунд вверх. Ну или 5 секунд вниз, 5 секунд вверх. Все остальные комментарии после подхода. Фу.
Один момент. Ну, я уже отдышался немножко, поэтому могу говорить. Заодно просмотрел то, что я отснял. Но если кто-то решил, что это не пастуральный тремор, пусть бросит меня камнем, как говорят. Сами все видели. На самом деле, тренируюсь в таком режиме, я уже там сколько, недели три. Становую тягу я решился сделать только сегодня. У меня сегодня 6-минутная тренировка, ну, подходы по 6 минут. Я в конце решил, думаю, попробую с грифом сделать. То есть это был второй подход, там 4 с чем-то минуты. Ну, я решил просто снять на видео. Вся тренировка проходит в таком же режиме, как бы, да, 6, там, где подходы по 2 минуты или по 6 минут. Естественно, если бы я 3 недели назад становую тягу делать начал, ну, если бы я выжил, да, до сегодняшнего дня дожил бы, то, я думаю, было бы гораздо больше на штанге, чем просто пустой гриф самой штанги. Потому что, еще раз говорю, в обычном режиме я уже 3 недели не тренируюсь, я тренируюсь именно в таком режиме 5-10 секунд вниз и 5-10 секунд вверх. Быстрее я не работаю. Я работаю по 2 минуты или по 6 минут. И фишка в том, что когда я прошел первый круг тела, это были вот такие вот роды в каждом упражнении. Во втором круге к этим родам уже начались прибавки в рабочих весах или во времени нахождения под нагрузкой. То есть прогресс был налицо в размере там, 10-20% либо по времени, по длине подхода, да, по времени, либо по весу, который я использовал в этом подходе. А вот на третьем круге, когда я пошел по телу, честно, прирост силовых результатов или временных результатов составил порядка 30% по сравнению с предыдущей неделей. Как в двухминутных подходах, так и в шестиминутных. На данный момент у меня где-то, вот сегодня я делал шестиминутные подходы, и я в некоторых упражнениях для груди и для спины добрался до 30% от где-то 30, да, где-то до 30% от разового максимума на данный момент, да, в 6-минутных подходах. И в 2-минутных подходах у меня уже где-то в некоторых упражнениях 40-45% от разового максимума. Не во всех, но где-то в 50%. И я начинаю понимать, какую мощность я развиваю в течение всего подхода и даже одного взятого повторения. То есть одно дело взорваться на секунду, выпихнуть обратно и уронить, выпихнуть наверх штангу и уронить ее, да, и совсем другое дело в течение 10 секунд во время позитивной фазы поддерживать постоянную мощность. То есть, ну, это реально... Ну, бешеное ощущение. Сначала было это адом, сейчас приносит кайф. Вот в становой тяге, да, я работал только что. Никогда в становой тяге я не ощущал, как у меня движутся нижние ребра. Никогда. Вот сейчас я... Это просто хочется после 3 минуты ржать, потому что до щекотки начинаешь ощущать, как постуральные слои спины, да, тех же разгибателей позвоночника, там и все остальное, все мышцы, которые глубоко лежат и отходят от таза веером вот так вот вдоль позвоночника и к ребрам, начинают шевелиться, и как они начинают натягиваться, вот они начинают включаться и работать, и они тянут на себя нижние ребра чуть выше, ну там, где крепятся, да, верхними краями. И это щекотно до ржачки, но потом это приносит такое адские ощущения, такие просто не страшно, но тупо вообще невозможно разогнуться в какой-то момент уже. Балдеж, честно. Как все видели, амплитуду я оставил стандартную, то есть вверх-вниз, там практически 80-90% от возможной амплитуды. По той простой причине, ну, не нравится мне вот эта вот идея с укороченной амплитудой, тем более... Я как-то прочитал, да, что выработка механического фактора роста напрямую связана с пассивным, да, гиперрастяжением мышечного волокна. И как бы мне эта идея не дает покоя. Я еще с ней пока думаю, я ее обрабатываю. Поэтому амплитуду я оставил старую, обычную. И, как можно видеть, 3 недели я тренируюсь. Водород у меня с ушей не вылетает. Кстати, я набрал уже 4,5 килограмма. Ну,
На сегодня все. Скоро будет следующее видео. Ну, правда, уже не по этой теме.